Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 17 сентября. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 27 человек, на Айхало-Удачинской площадке у 8. В стационаре Мирного находится 90 пациентов, в Удачном 31, в Ленске 43. В реанимации работников Алроса нет. На амбулаторном лечении с коронавирусом в Мирном находится 394 человека, на Айхало-Удачинской площадке 173, в Ленске 31. 17 505 работников Алроса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.